Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня у нас на обзоре завершенная работа кухни с фасадами пленочными. В данной кухне все у нас фурнитура от Блюм. Так, кухня довольно большая. Вот тут у нас вверху очень широкие такие массивные, внушительные фасады с подъемником HF Блюм. Вот. Ширина тумбы больше 80 сантиметров. С чем Блюм без проблем, естественно, справляется. Такой вес фасада для него проблемой не является. Здесь у нас угловая тумба на петлях с доводчиком. Естественно, все с доводчиком. Верхние корпуса все, кроме углового, на HF. Здесь у нас полочка съемная. Вот так съемная, но не просто съемная, она на вот таких вот интересных крепежах, которые подобны крепежу Rafix, но они не зажимают полку, а просто сверху накладывается. Также дополнительное отверстие для перемещения полки вверх-вниз по желанию заказчика. Так, левый бок у нас этой тумбы также МДФ, точно такой же, как и фасады. Правая стоевая ДСП, и это ДСП. Тут у нас полиуретановая поклейка. Клея не видно совсем. То есть стоевая производит впечатление как бы литой конструкции, не кромка наклеена, а как будто бы МДФ, очень похоже на МДФ. Вот здесь вот черной полосы ее нет. Так. По всей длине верхних тумб есть резная подсветка. Вот и выключатель. Вот. Подсветка пошла. Здесь у нас такой красивый угол. Вот. Лента внутри шкафчиков пропущена сплошная, без разрыва. То есть вот в этом месте она не разрывается. Там есть отверстие, она через нее проходит. Вот. Здесь у нас сушка для посуды, отверстие для вентиляции. Давайте же включим нашу подсветку. Она будет сиять очень-очень ярко. Сенсорный выключатель. Оп. Вот, света тут точно мало никому не будет. На самом деле очень нужная вещь. Я кухню себе не представляю без подсветки. Так, что еще интересного? Здесь обычный фасад, петли с доводом. Здесь блюмовский вот этот верхний подъемник HKXS. Вот так он работает. Вот так он выглядит. Это самый маленький блюмовский подъемник, он без доводчика. Типон. Он, который его выталкивает наверх. Так. В этом отсеке в дальнейшем будет холодильник встроенный. Петли соответствующие под холодильник. Пока что его нет. Так, ну и главный хит данной кухни — это вот эти 4 ящика на направляющих Movento. В чем же, собственно, хит? А хит в том, что это единственные ящики, с которыми можно делать вот такие страшные вещи. Вот. Я стою в ящике полным весом. Заказчик переживал, чтобы ящики выдержали кастрюли. Думаю, они справятся.
помимо того, что они выдерживают очень большой вес, они еще абсолютно беззвучно работают. Если прислушаться. Так, здесь у нас посудомойка. Посудомойка 450 ширины. Так, здесь у нас скрытый ящик. То есть выдвигается сначала внешний фасад, потом внутренний.